Уровень преступности в регионе снизился. Такие данные озвучили представители окружной полиции на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ненецком округе. Заседание прошло под председательством вице-губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного. Как сообщил членам комиссии заместитель начальника окружной полиции по охране общественного порядка Вячеслав Власов, с начала года на территории региона зарегистрировано 337 преступлений, что почти на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Правоохранительными органами раскрыто 226 преступлений. Но отмечается, однако, рост преступлений на территории города на 6,5% и сокращение преступлений в поселке Искателей и сельской местности на 26,7%. В результате реализованных профилактических мероприятий по итогам 5 месяцев снизилось число фактов причинения тяжкого вреда здоровью на 20%, краж на 13%, грабежей на 37%, угонов и ряда других преступлений. При этом члены комиссии отметили, что несмотря на снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, данный показатель в НАУ продолжает оставаться высоким. Поэтому одной из главных тем повестки заседания стал вопрос о принятии мер по сокращению таких правонарушений. В частности, председатель комиссии Юрий Бездудный обратил внимание на факты продажи алкоголя несовершеннолетним. В свою очередь, заместитель мэра, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимир Анохин отметил, что, как практика показывает, в этой цепочке есть посредники. Из всех привлеченных за этот год и за прошлый год несовершеннолетних, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, члены комиссии подтвердят, ни один не сказал, что он сам приобрел. Приобрели лица, к которым они обращаются. Юрий Бездудный поручил профильным департаментам принять меры по контролю за продажей алкогольных напитков несовершеннолетним, проработать вопрос о совершении совместных рейдов по проблемным местам с окружными дружинниками и сотрудниками УМВД, усилить мониторинг за продажей алкоголя в социальных сетях. В заключение члены комиссии обсудили вопросы, возникающие при исполнении наказания в виде исправительных работ в отношении осужденных, вопросы участия граждан в охране общественного порядка, а также эффективность работы комиссии по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях Ненецкого округа. Ирина Никишина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».